36-летняя артистка добилась больших успехов в карьере, а также стала счастливой женой и матерью. Кажется, что Елизавете Боярской любая роль дается легко. Сложно представить, что дочь российского Д'Артаньяна когда-то была собой недовольна. Еще 12 лет назад Елизавета Боярская вышла замуж за коллегу Максима Матвеева. Ходили слухи, что артистка увела его у актрисы Яны Сексте. Но несмотря на пересуды, супруги родили двоих детей. В 2012 году появился на свет старший наследник Андрей, а в 2018 – Григорий. Лиза и Максим счастливы вместе по сей день. У Лизы Боярской яркое запоминающееся лицо. Она начинала свою кинокарьеру еще будучи подростком. Но узнать ее в сериалах нулевых сложно, ведь выглядела артистка совершенно иначе. Однако эксперты уверены, что над внешностью актрисы поработали профессионалы. Пластический хирург раскрыл манипуляции Боярской с лицом. Специалист быстро определил, что делала собой знаменитость. По его словам, звезда делала нос, меняла и костную, и крещевую ткань. Зубы, кстати, не свои. Ботокс она, конечно, делает. Скулы и губы чуть-чуть уколоты, цитирует пластического хирурга СМИ. Дочь Михаила Боярского ведет страничку в соцсети, регулярно публикуя собственные фото и снимки семьи. На них внешность звезды выглядит идеальной. Но оказывается, у актрисы есть два шрама, отметины с ней почти всю жизнь. Первый рубец появился, когда наследнице артиста не было еще и года. Она разбила светильник, который покалечил ей губу. Второй шрам образовался после удара о батарею. Увидеть их можно только при ближайшем рассмотрении. А на фотографиях или в кино Елизавета их скрывает. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!